На пике мировой известности, когда к нему пришла всенародная любовь и все сомнения были позади, когда к нему потянулись сотни тысяч страждущих, имеющих большую веру в возможность исцеления, в деятельности Авакяна произошла резкая перемена. Гаги Кавакян обнародовал свои фиторецепты, рекомендации, технологии их приготовления, а также рецепт приготовления аналогии эликсира «Бионормалин» в домашних условиях. Все это он подарил людям, не оставляя для них ни малейшего секрета. Когда мы его спросили, почему он это сделал, Гагик Саркисович ответил нам, что воскресный день 15 августа 2010 года, когда он утром молился, он услышал голос, похожий на тот, который он слышал 20 лет назад. И ему было сказано передать верующим людям весть о том, что они болеют из-за своих грехов. Кто хочет быть здоровым, пусть покается и живет правильной жизнью, и Бог его исцелит. И еще ему было сказано о том, что если хочешь идти за мной, попасть в Царствие Божье и иметь жизнь вечную, откажись от возможности обогащения, тиражируй Евангелие, Новый Завет и твою книгу «Новая книга», обнародуй свои рецепты и рекомендации, подари их страждущим и потом иди за мной. Следуя заповедям Создателя, он отрекся от всех почестей, званий и памятника, которые считает мирскими. Он говорит, что это было нужно для того, чтобы пройти весь этот путь. И еще он отказался от возможности быть богатым человеком, а деньги, которые были прибылью от продажи препаратов, использованные на тиражирование Евангелия и его книги. Свою книгу он подарил и продолжает дарить всем людям для того, чтобы они познали своего Спасителя Иисуса Христа, для того, чтобы исповедовать своими устами Иисуса своим Спасителем,